А кому вообще пришла такая идея? Кто был создателем? Ну, был при Ельском университете русский клуб. В русском клубе учили русский язык, читали лекции о русской культуре. Угу. Всем было интересно, что такая Россия, что там происходит. И в какой-то момент президенту клуба, его звали, зовут до сих пор Джордж Литтон, пришла такая мысль, что надо прочитать лекцию о русской народной музыке. И он попросил студента из музыкального училища Дениса Мицкевича, который сам был эмигрантом военных лет. Он приходит, но не с книжками и не с лекцией, а с нотами, с гитарой и с двумя бутылками водки. И вот это уже называется первая репетиция русского хора Ельского университета. Ну, правильно, все, все да. По-русски. Да.